Времени суток, дамы и господа. Приветствую вас на своем канале, где мы с вами сможем за 3 минуты в день заработать очень приличные суммы денежных средств, просто принимая участие в аирдропах и баунти-компаниях от различных проектов, стартапов и ICO. Мало времени и много денег, такого не бывает, скажете вы. Но пришло время новых технологий и блокчейна, и реклама на данный момент просто бесценна. Сотни проектов начинают свою рекламную деятельность с высадки десанта. А именно так переводится airdrop. Это значит раздача первым участникам проекта бесплатных монет и токенов в криптовалюте, иногда и в долларах США, с целью рекламы и дальнейшего продвижения проекта в социальных сетях. А мы с вами и будем первыми вовремя получать эти монетки совершенно бесплатно на свои кошелечки и после окончания ICO и полной распродажи токенов проектами обменивать свои монеты на биткоины, а биткоины на доллары и любые фиатные валюты. Все очень просто. А монеты отдельных проектов по окончанию ICO и листинге на биржах вырастают в цене в десятки, иногда и в сотни раз. Как говорится, в мире криптовалюты делают огромные иксы. Тот же эфириум Виталик Бутерин когда-то раздавал бесплатно, а недавно цена этой монеты доходила до 1500 долларов США. Так что у всех у нас появился шанс стать миллионерами, не вкладывая ни копейки денежных средств. Единственное, нужно иметь терпение, ведь приходится ждать по 2-3 месяца, а то и дольше, пока закончится ICO, и наши монеты появятся на криптовалютных биржах. Но поверьте, оно того стоит. Ведь если ежедневно тратить всего по 3 минуты времени и успевать первыми получать нашу криптовалюту от хороших проектов, то и собственной... Что, собственно, я вам предлагаю делать вместе со мной на моем канале, то через пару месяцев мы будем получать ежедневный доход, обменивая на биржах наши токены на биткоины или эфир, а это дело лишь 2 минут. Поэтому подписывайтесь на мой канал, на мои группы в соцсетях, ссылки на них есть под каждым моим видеообзором. Вы их увидите, если нажмете на «Еще». Там будет вся актуальная информация. А также под каждым из видео есть ссылочки на проекты. И если у вас будет желание потратить еще по 3 минуты на каждый из этих проектов, переходите по этим ссылочкам, зарабатывайте больше. И даже если вы где-то не успеете и проект закончен, не беда, каждый день у меня на канале и в соцсетях будут появляться новые. Так что если вы со мной, подписывайтесь на канал, нажимаете на пальчик вверх, на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео. И поехали. Получаем 100 токенов от проекта Aetheon. Это в эквиваленте 35 долларов США. Проект связан с робототехникой, со связи робота с человеком. Ну и так далее. Кому интересно, изучите поподробнее. Вкладывайте свои денежные средства. У нас с вами цель одна – получить токены за прохождение airdrop. И, соответственно, дождаться, когда они выйдут на криптобирже, и продать их с целью прибыли. Итак, как обычно, проходите по ссылочке, которая расположена под моим видео, и написано слово «регистрация». И попадаете на вот такую вот страничку. Здесь вам нужно будет заполнить имя, фамилия, дату рождения, ввести адрес электронной почты, ввести пароль, подтвердить пароль. Соответственно, здесь, наверное, мой код будет уже автоматически введен. Пройдете капчу и нажмете «Зарегистрироваться». И к вам на почту должно прийти вот такое вот письмо. Почему-то оно, соответственно, мне без подтверждений пришло, без ссылочки. Но, тем не менее, у меня сразу открылась вот такая вот страничка. То есть я сразу очутился в своем личном кабинете. Если у вас не будет, то наверняка будет ввести пароль, ввести, соответственно, имя пользователя или в электронную почту. Проделайте это и тоже окажетесь вот в таком вот личном кабинете. Соответственно, здесь будет профиль ваш уже заполнен, так как вы уже это все сделали при регистрации. И останется только пройти вот этих вот 7 заданий, чтобы поучаствовать в аирдропе. Это достаточно просто. Что для этого нужно сделать? Единственное, да, тут как опять кому-то это не нравится, нужно, соответственно, пройти курс Know Your Customer. То есть это знать своего клиента переводится, и это все чаще и чаще предлагается сделать компаниями, проектами, потому что, соответственно, их заставляют контролирующие органы это делать. Но это не так, если постоянно это делать, это не так трудно. То есть вот первым делом у вас тут будет 3 окошечка, чтобы загрузить документы, или 2, я уже не помню. Первое, это нужно будет написать на листочке бумаги название Aetheon
и число, и сфотографироваться с этим паспортом в руке, держать паспорт и вот этот вот листочек бумаги. Ну, как обычно это, в принципе, бывает. И загрузить сюда эту фотографию. Далее вот здесь вот сделать фото. ID, это уже развернутая страница первая, чтобы хорошо было видно фотографию, и, соответственно, номер. И вот третье, у вас будет поле для заполнения просто номера паспорта. Здесь просто заполняете паспорт и, соответственно, отсылаете. Вот эти вот зеленые галочки загораются после того, как вы проделываете определенный пункт. Сделали первый, загорелся зеленым и с галочкой этот кружок. Сделали второй, то же самое, третье и так далее. Значит, после того, как вы прошли три пункта, это как раз и включает в себя курс, вы сразу переходите к четвертому. Здесь все очень просто. У меня кнопочки этой нет, я уже это сделал. Нажимаете на кнопочку, здесь будет, и вступаете в группу Telegram этого проекта. Далее, пятое, то же самое. Вступаете на канал, тоже у вас будет здесь ссылочка, чтобы... Ну или прямо она будет гореть как ссылочка. Пройдете, вступите. И все, в принципе, мы все сделали. Единственное, вот эту вот фразу вам нужно будет скопировать. Вот так вот просто возьмете и скопируете вот эту фразу, что здесь предлагает. И как бы я вот вставил ее вот сюда в конце. Видите, своего имени в Telegram. Не ник, name, то есть вот меняем просто. Вот я сюда зашел в настройки и вот сюда вот ее, видите, вставил. Вот сюда вот. После второго, после фамилии. Дмитрий Медведев, значит, после фамилии вставляем. Ну и сохраняем, соответственно. Далее тоже загорелось зеленым. После этого и вставляем свой Ethereum кошелек. My Ether Wallet, желательно, RS20. На как его, соответственно, завести и как им пользоваться, есть внизу ссылочка. То же самое у меня под видео. Кто не знает, еще проходите, изучайте. Там все просто. И вот здесь вот у вас будет окошечко ввести адрес Ethereum. Вы вводите сюда и, соответственно, регистрация полностью пройдена в AirDrop. Значит, здесь у меня, как всегда, в правом верхнем углу плейлист с моими проектами. Больше 40 их здесь. Нажимайте, участвуйте. Здесь внизу подписывайтесь на канал, а с левой стороны, кому интересно, рассмотрите приобретение. У меня есть земельные участки хорошие. Приобретайте, также звоните. Всего доброго, до свидания, до следующих встреч.